Еще раз, что? Я у вас сейчас такси с вами ехал, а я у вас забыл свой рюкзачок. Хорошо, да. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси-хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Почему же люди так думают? Все очень просто. Помимо того, что мы подключаем всю Россию, у нас есть моментальные выплаты, заправки с таксометра и так далее, у нас есть одно условие, которого нет нигде. Мы подберем процент по нашей с вами работе исключительно под вас. Да-да, он будет индивидуальным под вас. Вы просто звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании, и наши специалисты подберут условия, подходящие именно для тебя. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! День добрый. Здравствуйте. В галерею? Да, в галерею. Зима уже, да. Вовсю. Так, а магазин-то эти вы работают? Да нет, я думаю, что вряд ли. А все есть в наличии? Сейчас я не знаю, я, наверное, залипну, там такая очередь, наверное, вот сейчас же это праздничная вся суета. Так что, ну, мы так еле-еле-еле-еле едем, но потихонечку едем. Да. Все в порядке. Да нет, здесь все в порядке, хорошо, плавно. Ближайший вход подойдет? Да, можно у ближайшего входа, я хорошо. Так, значит, я понял, значит, искал по перечислению продуктов, я понял все это дело. Да, сейчас я тогда в темпе всего вальса быстро все постараюсь. Я понял, да. Ну все, я подъехал в магазин, сейчас побежал уже. Давай, я позвоню. Да. Алло. Алло, мужчина. Здравствуйте, я у вас сейчас в такси ехал, до галереи. Я у вас там свой рюкзачок забыл. Еще раз, что? Я у вас сейчас в такси с вами ехал, а я у вас забыл свой рюкзачок. Прекрасно. Смотрите, а где он? Пожалуйста. Сейчас я посмотрю, повисите секунду. Секунду повисите, я посмотрю. Хорошо, да. Да, есть такое здесь рюкзак. А чё ж вы так? Я вас очень умоляю, вы можете мне его подвезти, потому что, ну, я без него совсем. Смотрите, я все понимаю, просто я на заказ уже приехал здесь, я на Кременчугской, но мне сейчас человека сажать надо, понимаете? Отнимите, пожалуйста, заказ и срочно привезите мне его в галерею, я вас встречу. Я вам подарю. Я в долгу не остался. Очень важная для меня вещь. Смотрите, ну, я не знаю, вам придется, может быть, мне на слово поверить, да, что я не возьму ваши там какие-то очень нужные, важные или там какие-то дорогие вещи. Просто я, ну, представьте себе, я к вам бы сейчас на заказ приехал, уже как бы приехал, и сейчас бы звонил бы и говорил, что я, ну, не могу выполнить заказ. Ну, как-то это странно, да? Ну, начну-то. Поймите, там,
вводить в мое положение. Сейчас просто голова забита всякими покупками, подарками, всеми делами. Просто с головы улетело. Я, честно, вас не обижу и компенсирую вам вашу поездку и заказ. Все будет хорошо. Пожалуйста. Вот. Знаете, обычно все так говорят, но у меня был инцидент неприятный, когда ситуация пошла совсем не так, как я ожидал. Хотя мне тоже обещали эту поездку компенсировать. И в результате я потом по городу гонялся за этой женщиной, которая меня просто обманула в итоге, понимаете? Вот я в чем. Я не обманул, я честно вам обещаю, что я не оставлю долгу и вам компенсирую сумму, какую скажете. Ну вы, смотрите, вы там минут 40 не переживете без этого портфеля. Может, это долго, мне просто надо уже уезжать в другой конец города. Соответственно, ладно, ладно, я понял. Сейчас сейчас давайте сделаем так. Я позвоню, если все нормально будет, то я к вам. Вы в галерее остались? Да, пожалуйста, я в галерее. Сейчас секунду, я позвоню. Спасибо, да, большое, спасибо. Да. Алло. Алло. День добрый, водитель Яндекс беспокоит. Смотрите, какая ситуация. Я к вам подъехал, но у меня такая проблемка возникла, точнее, не у меня, а бывшего пассажира, у предыдущего. Он забыл у меня рюкзак и очень просит меня, тьфу, слезно, ему привезти этот рюкзак. Я, можете отменить заказ? Слушайте, я вас стою тут, жду, давайте подъезжайте, потом отвезете. А я... Я как бы подъехал здесь, я так понимаю, что просто парадная, может, у вас за углом. Но дело в том, что человек очень сильно просил, я понимаю, что это проблема, но если вам не сложно, перезакажите, пожалуйста, машинку. Нет, я ничего не буду перезаказывать, давайте я жду. Ну, давайте... Я буду тогда жаловаться, я не знаю, куда там вам написать, или что это вообще такое происходит, то вот по поддержке. Хорошо, это ваше право, давайте тогда просто, ну, там, или я отменю заказ, или вы, но просто человек реально очень сильно просил, ну, просил войти в его положение, прям очень сильно слезно. И... Нет, 10 минут я жду, и все. Давайте я постараюсь успеть вернуться, махнуть туда и обратно, хорошо? Да. Да, все, окей. Все хотят жаловаться в службу поддержки. Там психологическая уже служба поддержки. Так, человек. Да. Я к вам еду, постараюсь очень быстро. Времени у меня немного. Тут с клиентом, со следующим непонимание, и она не готова ждать, и поэтому я к вам постараюсь очень быстро вернуться, к вам очень быстро доехать. Так что ждите меня там же, хорошо? На том же месте. Давайте. Заказ отменен. Выдержала тетенька. Я как раз вам звоню. Здравствуйте, спасибо огромное. Ой, сейчас, секунду. Вы не представляете, как вы меня выручили. На это самом деле нужно быть реально внимательным, потому что это, ну, это кошмар, пробки, конечно. Сейчас самые, понимаете? Я катаюсь, заказы отменяю. Ну, не то, что я там пытаюсь с вас там деньги выклинчить, но просто это, вы таксистов тоже поймите, это реально неудобняк. Телефоны забывают постоянно. Ну, такую вещь забыть вообще очень тяжело. Я вообще не понимаю, как у вас это вышло. Я представляю, спасибо огромное. Меня так выручили просто. Ладно, все, давайте, я поехал работать. Да, слушайте, у меня налички нету. Давайте я вам на карту переведу денежку, чтобы мы с вами в расчете, чтобы не было никаких вопросов. У вас Сбербанк онлайн есть? Да, есть сейчас. Как вы меня выручили, это просто кошмар. Я уже побросал все там свои эти, как они, покупки. А как побежал. Вы так вообще? Да, я реально не понимаю. Потому что суматоха, не отвлек меня ты, мой товарищ, блин. Включайте. Да, так. Сейчас,
такси, отъеду чуть вперед. Так, вам по номеру телефона либо по карте? Давайте по номеру телефона. Продиктуйте, пожалуйста. 89. Да, Евгений, все верно, да? Да. Все, привел. Фу, ладно, что? Спасибо, пришло? Что, да. Ну нет, сейчас посмотрим. Пока не пришло. Интернет подпутливает просто. Ничего себе. А вы, наверное, ошиблись просто, смотрите. Место нет, тысячи. Нет, все в порядке. 10 тысяч. Евгений. 10 тысяч рублей? Все в порядке. Я сказал, что... 10 тысяч рублей? Да, да все это... в порядке. Да не, но... Я хочу вас поздравить с Новым годом. Спасибо вам огромное, что вы спасли меня. Просто я... Вы, если бы знали, что здесь лежит, я уверяю вас, вы бы уехали точно. До свидания. До свидания. Чувак перевел мне 10 тысяч, я даже покажу это. 10 тысяч рублей. Видно? Надеюсь, что видно. 10 тысяч рублей мне перевел чувак за то, что я вернул ему сумку. Это, наверное, за всех тех, блядь, чуваков, которые мне нихера не возвращали. И вот мы, я уже путаться начал, нифига, меня просто, я от радости, и от радости, пля-ля, и от других каких-то вещей. За всех тех, кто меня пытался кинуть, в том числе за ту курицу, которую я гонял по городу, мне упал такой бонус. Мужик красава, но у меня действительно сейчас вопрос возникает. Блин, реально, смотрите, видно, я уже показал, да? 10 тысяч рублей. У меня реально вопрос, что в черном ящике, что было в сумке. 10 тысяч рублей! И-ху! Огонь! Бля, что было в сумке?